пресс-центр, медиаэкран и 30 стационарных компьютеров с возможностью подключения к системе видеонаблюдения избирательных участков. Ознакомиться с работой штаба общественного наблюдения за выборами, который расположился на базе волейбольного центра в Одинцове, смог вице-президент областной торгово-промышленной палаты Игорь Шиповалов. Находясь здесь, абсолютно четкое ощущение, что все абсолютно прозрачно и находится под общественным наблюдением, мониторингом и онлайн-формате, и офлайн тоже можно прийти посмотреть. На экран выведено видео со всех избирательных участков. 18 сентября – Одинцовский кампус МГИМО. Выполнить свой гражданский долг пришла и олимпийская чемпионка, герой России, первый зампред МОС облдумы Лариса Лазутина. Мне очень хочется, чтобы каждый из нас выполнил свой гражданский долг, потому что мы должны понимать, как нам дальше жить. И хочу сказать, что должен обязательно проявить свою гражданскую позицию. Лариса Евгеньевна отметила достойную организацию выборов и еще раз призвала всех жителей округа прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. От этого зависит, каким будет наше будущее и будущее нашей страны. Мария Шматкова, Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».